Честно, ребят, я, конечно, знал о бабушке-трансформере, но чтобы о Бобе-трансформере — никогда. Знакомьтесь, это Боб с планеты Т-34, где каждую секунду тебя хотят убить. Допустим. Такая планета, она не единственная, чтобы я могу вам здесь сказать. Ему пришлось кое-что в то, что подобных изменить. Планет, в которых тебя хотят убить, полно. Теперь он трансформер и способен принимать любую форму. Не совсем. Что ж, неплохо, Боб. А как это поможет тебе справиться с целым взводом танков? Не, ну в принципе неплохой такой редизайн настало для Боба. Настало время самому стать боевой машиной и попытаться выжить. Ты можешь превратиться в любой танк, начиная с модели 30-х годов и заканчивая современными. Теперь у тебя есть все для победы. Твоя 120... Появился новый скин для World of Tanks. Интересно, а это случаем не реклама ли? 5-миллиметровая пушка может уничтожить цель на расстоянии до 5000 метров. Даже больше. Скорость в 60 км в час позволит уворачиваться от выстрелов. Ты можешь стать еще сильнее, если установишь себе защиту, тепловизор и используешь бронебойные снаряды. И при этом играешь в кроссаут, ибо очевидно, что это реклама к чему-то. Хм. Неплохо. О, отсылки, вижу отсылки, стоямба. Итак, стальной гигант. Я не помню, как его зовут, из Футурамы. Neon Genesis Evangelion. Валли. Робот 2005 год. И все. Поздравляю тебя, Боб. Ты выжил? Но что, если нападут с неба? А, вот Андер. Все, понял. Это эскадрилья самолетов явно задумала что-то неладное. Через час будешь завидовать мёртвым. Ты можешь летать со скоростью 2240 км в час. А твои пулеметы и ракеты превратят всех в пыль. Насчет пыли я бы не сказал. А вот металлолом вполне себе. Флэшбэки, олдскулы свело. Крутой пике. Удивительно, но ты все еще живой. На этом хорошие новости заканчиваются. Ех. Если хочешь жить, то пора валить отсюда. В смысле? А стать линкором не получается? Или каким-нибудь крейсером Аврора? Это была реклама! Хочешь так же? Тогда бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании и получай различные бонусы. Кстати, я как знал. Графика нового поколения. До встречи в бою. Насчет графики нового поколения я бы очень бы сильно поспорил. Но, блин. Это была чертова реклама. Ничем бы хорошим бы это не закончилось. Я более чем уверен. Отвечая на вот этот вот вопрос про оружие. Ну да, блин. За красивой оберткой красивого эпизода скрывается опять реклама. Хотя, учитывая, что уже один канал удалили, познакомьтесь, Боб, то надо как-то из этого выкарабкиваться, можно так сказать. На этом все.